Приветствую вас на канал Вплей, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving the Aftermath. Сегодня мы будем, короче, концентрироваться на новом, как говорится, здании, которое у нас открылось по исполнению задания глобального, да, у нас появилась такая тема, как биолаборатория. С ней мы и сегодня начнем заниматься. И потом уже, конечно, это может быть, начнем заниматься радиовышкой, там выставлять всякие депо-общины и так далее и тому подобное. У нас вроде бы есть депо-община одна. Я вроде бы и построил где-то ее. Нет, это центр торговли. А вот депо-община, да, все, это нормально. Так, для того, чтобы нам построить биолабораторию, друзья, нам надо вот что нам нужно. Нам надо, во-первых, воду, но у нас она есть. Во-вторых, нам нужно энергию. И это 12 единиц энергии на это здание. Плюс нам надо 200 пластика, 200 дерева, досок, 60 металла и 10, получается, комплектующих. Ну, с остальным у нас нет проблем. Ну, с деревом, я думаю, тоже не будет проблем никаких, мы их наберем. Но сейчас надо сделать так, чтобы как-то его поставить красивенько, чтобы это у нас, получается, все нормально выглядело, да? Потому что я думаю, что я где-то за кадром, не знаю когда, может быть сегодня после видео или попозже, может когда-нибудь, я хочу перестроить полностью все это дело, но для этого, чтобы я это все сделал, мне надо собрать ресурсы, да, довольно-таки большое количество. Но по поводу биолаборатории, я надеюсь, она не загрязняет ничего, нет, это путем передачи образцов заразы. Окей, и она нам, по идее, должна дать возможность использовать наши образцы заразы, чтобы мы как-то чего-то там изучали. Значит, что мы должны сделать? Нам, во-первых, надо построить электроэнергию, да, создать сеть электроэнергии, да, чтобы у нас были не проблемы пока что. У нас все для этого есть, мы сейчас начнем этим заниматься. Никаких у нас, да, нету лунного камня нигде, да, нету нигде лунного камня. Ну что, ждем, может быть, сюда где-то упадет. Ладно, значит, нам нужно построить электричество, да. И как же мне это сделать так лучше, я думаю, что я где-то его построю здесь, потому что здесь неплодородная земля. Плюс еще здесь есть мастерская, так что она сможет отремонтировать все дело, да. И ходим в электричество. Нам нужны солнечные... Вот я не угадал, куда лунный камень упал. Ну да ладно, что поделать. Разместить рабочую зону. Так, у нас получается по максимуму расширено, да, по максимуму. Захватывает эти два, да, захватывает. Больше нигде здесь нету, да, нет, нигде. Окей. Значит, что нам надо сделать? Нам надо построить солнечный трейн, но для этого сначала, ну, конечно, надо построить, опять же, хранение энергии. Подожди, у нас вообще изучена она? Хранение энергии. Подожди, где это у нас получается? Это ванпосты. Здесь, скорее всего, да? Нет, тоже не здесь, а где? Может, здесь? Да, солнце. Батюшки. Блин, очистить. Ах ты жопа, мне надо было изучить это. Твою дивизию. Ну ладно. Значит, что надо для этого сделать? Я, короче, сейчас пойду, друзья, быстренько надыбую где-нибудь, да, ресурс. Подожди, может быть, я могу с кем-то продогреваться здесь. Вроде бы никаких ресурсов нет, они дружелюбные, да. Тут мясо, семена, школы строятся. Здесь что у тебя есть? Ничего толкового тоже нету. Здесь тоже ничего. Нам что, значит, получается, надо выслать ученого. И разведчика, конечно, отправим на карту мира. И еще одного разведчика. А кто ты такой? И еще одного разведчика. Нам надо просто найти, как говорится, место, где мы сможем добыть нужные нам, как говорится, исследования. Так, сейчас дождем всех, чтобы они выйдут. Так что да. Ну, потому что не хватает, чуть-чуть очков не хватает. Но это, блин, печально, печально. Конечно, идем смотреть дальше, куда мы можем податься, значит, куда нам направить наших людей. Ну, у нас здесь что-то здесь есть, получается. Здесь этот лунный камень. Не лунный камень, а лунный кратер, который упал. И нам надо изучать. Вот здесь есть какое-то местечко. И тебя мы пошлем сюда. А тебя, чувак, мы пошлем вот сюда. Чтобы как-то вы там ходили, смотрели. Так, значит, что?
Да, вы обнаружили новую вещь, да, но, блин, это плохо, потому что я как-то не рассчитал это дело и как-то профукал то, что мне надо было изучить еще хранение, потому что иначе будет полнейшая жопа. Значит, так что пока что можем сделать, можем построить дорогу, проложить, по крайней мере. Можем организовать парочку солнечных панелей. Раз, два. Ну и два, три. Это нам дает 24 единицы. Давайте пока что все на паузу поставим. Следующее, что нам надо. Трансформатор, логично, нам надо будет, да? Чтобы... Так, чтобы мы могли передавать энергию. Поставим его рядом где-то здесь. Будет, пусть стоит. Трансформатор они могут построить пока что. Уходим на карту. Вроде бы кто-то тут у нас... А я кого-то не выслал? Искать что-то здесь, да? Так. Ну, да ладно, иди сюда, да-да. А как-то так я профукал этого человека. Ну ладно, черт с ним. Дальше, значит, что у нас, какие проблемы у нас? У нас, получается, идет баланс минус 31. Нетерпение, удобное жилище 52 из 60. Подожди, а почему? Кто-то где-то в лачугах живет, я не понял. У нас везде по максимуму развиты, да? Наши коммуналки. Да, все коммуналки по максимуму развиты. Окей. Так, ну, новое задание какое-то можно приобрести. Так. Одолжить специалиста. Найти. Ну ладно, мы можем одолжить. Кого можем одолжить? Ну давай, сталкера. Отправить на карту мира. И что еще у нас там есть? Ну, школу мы уже строим, походу, да? Секунду. Где наш это? Да, школу мы строим. Все нормально, все хорошо. Со школой все хорошо. Значит, надо тогда отправить специалиста. Помочь развиться. Вот сюда. Займ. Окей. Надеюсь, на него не нападут. На нашего специалиста, я имею в виду. Окей, ладно, друзья. Покороче, я сейчас быстренько за кадром попытаемся найти науку, чтобы мы могли построить батарейку, чтобы эта энергия уже начинала накапливаться, а не просто напрямую идти и уходить. Потому что ночь будет, солнца не будет, и эта энергия будет, как говорится... Она и просто попадет, и все. Так что как только наберем нужное количество наших очков науки, вернемся туда. Так что никуда не бегайте. Ну что ж, друзья, мы добрали на нужное количество нам ресурсов. Изучили уже то, что нам надо, аккумуляторы. Сейчас я еще до сих пор пытаюсь найти, как говорится, еще очки. Ну, походу, мне не получается это сделать. Я нахожу все разное, только не то, что мне надо. Окей, она там сейчас собирает все. Ну и я хочу отправить ее сюда, да-да. Потому что мне надо еще... Появился квест у меня по поводу построить кухню. Но надо, чтобы построить кухню, нам надо изучить здесь вкладки торговые кухни, таверны кухни. Фургон наблюдения нам надо. И тогда мы только сможем построить таверны кухни в соседних, как говорится, поселениях. Так, уже все, я поставил парочку батареек, да, солнечной панели, и уже трансформатор стоит, ну и плюс я уже одну батарейку засунул сюда, и вот вторая строится, хочу заранее их построить, чтобы не было никаких проблем. Так, у нас сейчас зима тоже налетела, да, так что, блин, довольно-таки так, тоже печально. Опять же, проблемы с людьми, у меня не хватает людей, как обычно. Они куда-то исчезают, кто-то там умирает, кто-то там, блин, по старости умирает. Ну, по большому счету, они все по старости умирают. Вот эти, по большому счету, вот эти все 10 человек, которые не уже умерли от старости. Я думаю, что можно в демографии даже посмотреть, где наша статистика. Меню, это не меню, подожди, где у нас вот статистика. Убито. Бандитов, бой ворот. Один так погибший, не знаю, что это такое, почему. Сводка, ну вот у нас получается... Даже это не то, что мне нужно.
население. Ну, у нас было 66, сейчас 60. Оно не показывает, как, сколько, где, когда там умерли у меня, да? Нет, не показывает то, что получается у нас карта мира, передвижение, бои, население. 60, занятые и так далее и тому подобное. Старики, очень много стариков, 11 стариков. Ну ладно, это мелочь жизни, сейчас мы даже не будем на это, как говорится, заострять внимание. Так, здесь опять же тоже нам надо, блин, улучшить это дело, чтобы они могли и зимой нормально ловить рыбку, чтобы не было никаких проблем. Кстати говоря, нам надо еще одну построить, одну тему. Это вот такую шталу надо построить, чтобы у нас вода, как говорится, доходила до нашей лаборатории, которую мы сейчас будем строить. Да, довольно-таки опасно, что я рядом с этим строю, но не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что я смогу избавиться от этого всего дела. Так, что с энергией у нас? 4000, но у нас пока что... В смысле? А, ну все нормально, нам надо солнце. А солнца у нас пока что нету. Ну ладно, мы можем... Знаете, что, друзья, сейчас сделать? Пока что у нас 3 человека, мы можем поставить наблюдательную вышку где-то здесь, чтобы она расширила наши гарнизоны. Внутрь прокрался бандит. A bandit has managed to sneak into the colony and is standing by the battery rack, holding what looks like some sort of explosive. Ага, дело пахнет керосином. В колонии удалось незаметно прорваться бандит. Сейчас он стоит рядом с аккумуляторной батареей. В руке у него, кажется, взрывное устройство. Ладно, народ, лучше сюда. Вы хорошо ко мне заплатите, и никто не пострадает. Договорились, заплатить 50. Окей. 50-ку заплатили ему. Ну ладно, благо у нас было достаточно денег для этого дела. Так, значит, мы можем сюда направить наших... Ну, мы не сможем, потому что надо сначала им принести ресурсы. А они у нас парни такие наглые, не носят ресурсы. А кажется, до этого они носили ресурсы, если я не ошибаюсь. Значит, что, друзья, делаем мы... Врубаем третью скорость, чтобы они тут быстренько мы это все сделали. Так, надо еще и построить водонапорную башню. Нам надо построить вышку. И... Так, что у нас получается? Да вот опять Бетси умерла от старости. Строительное завершено, наблюдение вышка. Окей, идет туда. Закончилась снежная буря. Посмотрим, что у нас здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, здравствуйте. Я ваша тетя. О, ну замечательно. Ладно, у нас тут есть... Все хорошо. А вот это надо починить. Так, у нас... вроде бы кто-то тут закончил что-то. И тоже ничего такого толкового нету. Ну ладно, иди сюда, посмотри. Может быть, здесь будут какие-то территории. И вот, то бишь, не тот территории, а очки науки. Так, здесь у нас загрязнение. Ну, блин. Я надеюсь, это... Как говорится, так, надо мяско собрать. Ага. Биолаборатория не занимает очень много места. Сколько она занимает места вообще? А, замечательно. Сюда мы можем ее построить. Вот так. Ну, то есть сюда ставим ее. Надеюсь, что то, что она здесь находится на этой территории, это не страшно. Так, кто-то тут опять паразиты прилетели, да? Да, какие-то стрекоза как-то прилетело. Ну, сейчас их там быстро раскидают сейчас. Так, здесь у нас что-то завершено. Она собрала ресурсы. Ладно, иди, подруга, открой, посмотри, что здесь находится. И здесь тоже ничего нет. Так, куда ты собираешься? Иди сюда, посмотри, что здесь происходит. Может быть, повезет. А может и нет. Черт знает. Ну, не знаю, или мне кажется, или... Сейчас вот эти все катаклизмы, они стали дольше по продолжительности. Так, у нас ученый, замечательно. Трое взрослых, дети, 3 старика. Блин, нравятся мне старики. Потому что от них, по большому счету, пользы-то никакой. Они станут постареют, и все, и пипец будет. Так, ладно, сюда мне надо человека забрать.
И сюда тоже надо одного поставить, по крайней мере. А вообще... Ну ладно, пусть будет там один человечек. Так, специалисты готовы. Так, что ты? Опять ничего толкового. Бляха-муха. Ладно, иди сюда. Потом откроем это. Потом пойдем сюда. Это открываем здесь. Опа, здравствуйте. Это кто у нас? Ты кто у нас такая? Разведчик, блин. Будешь долго собирать 24 часа урона. Ну, мало. Там не страшно. Не страшно, не страшно, не страшно. Будет все хорошо. Здесь... у нас ученые, да? Ты ученые, да? 23 часа, 10 ровно 12 часов, 20. Нормально. Окей, иди. Окей, хорошо. У нас сейчас будет достаточно очков, чтобы мы могли открыть то, что нам надо. И на этом никаких проблем будет. Так, какие-то новые эти. Блин, тут 4 дня осталось. Так, что здесь осталось? Агрессивные дикие звери. Найти. Окей, значит, друзья, мы тогда сделаем. Мы отошлем барона. Ну и вот ее. И отправим ее убивать этого. Заодно откроем купол, который нам будет по квесту. Это получается, это у нас идет игровое. Как говорится, игровое задание. А, кстати говоря. У нас тут все уже построилось, да? Ладно, пусть зиму мы это восстановим, восстановим это дело. Что здесь получается? Открываем. Так, все, смотрим. Лаборатория построена. Да, здание белой лаборатории. Это такое, я думаю, что не могли как-то помощнее что-то построить. Как-то, ну, тут как-то, не знаю, как-то тут... Биолаборатория, не биолаборатория. Вообще такая, скажу... Дешевая это лачуга для биолаборатории. Смотрим, значит, что мы... Ух ты. Зачистка. Смотрим. Принести образцы заразы в лабораторию. Биолабораторию, чтобы разблокировать новые задания и другие открытия, которые помогут в борьбе с заразой и терраформингом почвы. Источники. Забрасывай заразы. Зараженные трупы. Зараженные гнезда. Древья. Гнезда. Улья. Берлоги. Зараженные цветы. Жука-крысы. Локации на карте мира. Специализации. На некоторых уровнях открытия потребует выбрать одну из двух взаимоисключающих специализаций. После подтверждения поменять выбор будет невозможно. Бляха-муха, вот начинается. Сейчас еще надо выбор делать. Ладно, смотрим, что это дает нам. Пост зачистки. Многофункциональное здание по преподке отходов и источников заражения вызывает масштабное загрязнение. Выберите одно из трех режимов зачистки. Небольшой участки загрязнения, зараженные трупы или зараженные деревья. Ну, надо изучать, поехали. Подожди, что зачистка, ну? Я не могу ничего сделать. Что? Специализация отсутствует. Что ты хочешь от меня? Принесите... А! Ну, а кто-то почему никто ничего не приносит? А, все, понял. Все, понял. Понял. Принесли. 95 заполнено, окей. Еще чуть надо. Все, сейчас тут, по идее, должно быть все. Нет, 96 еще, ладно. Ждем, пока они тут еще дотащат нам то, что нам надо. Вот они потом что-то еще принесет, нет? Все, есть, появился такой значок у нас. Ну и смотрим. Открываем. Ну и зачистка. Стоимость строительства 100-100-100-200. Так, и тут уже будет, опять же, вестимость стражевых постов, дальность стрельбы стражевых постов. Ну, что здесь надо? Тут надо 200 очков. Ладно, мы сейчас пойдем по зачистке, у нас появилось... О, смотрите, друзья, заапгрейдили нормально. Ага, значит, я извиняюсь, я беру свои слова назад, так что они, скорее всего, запродумали эту тему, и она будет, как говорится, расширяться по мере наших исследований, да? Так, смотрим, что у нас тут появилось. У нас появилась вот такая вот тема. Производство 3 токсинов. Ну, то бишь, радиации. Ух ты. А подожди, она, а как она зачищает? Подожди. Ага, зараженные деревья, зараженные трупы. Вот что получается, не зачищают.
Где собака зарыта? Ладно, смотрите, что мы делаем. Лес ли оно производит... Ну, лес... Ну, не должно производить загрязнение. Ладно, посмотрим. Поставим сюда пока что ее. Я надеюсь, смогу потом, как говорится, передвинуть это все дело. Значит, друзья, давайте поставим сюда ее. Окей. Так, наши специалисты какие-то там готовы уже что-то там сделали. Много. Так, тут бандюганы. Это я не могу проверить, пока я не убью их. Они довольно-таки жесткие. Ладно, погнали дальше. Так, что здесь нам надо? Ну, сейчас это все притащит, и все будет нормально. Баха, бандит еще около. Погнать их вообще. Потому что в прошлый раз я с ними что-то там понежничал и понизилась наша... Это как его? Итак, смотрим. Получается, зачищаем деревья. Переместить рабочую зону, выбрать образцы. Материалы, да, вот это выбираем. Переместить рабочую зону, да, хорошо, мы можем переместить рабочую зону. Подожди, могу увеличить ее? Подожди. Нет, да, могу увеличить. Надеюсь, они нормально сейчас это зачистят. Так, что там у нас еще специалисты что-то там открыли? А, не, не собрали, уже не открыли. Ладно, иди смотри, что здесь. Дальше. Так, request complete, понятно. Так, что у тебя, сможешь завалить его? Равенство сил, 12 урона, 70, да, мы сможем. Сможем. Значит, смотрим, у нас тут получается мы получить награду. Сколько здесь дней? 4 дня осталось еще, да? Это тоже они сейчас завалят. Найти, там кто-то уже, да, они скоро уже прибудут. Значит, что у нас осталось еще? У нас осталось вот это. Найти. Смогу я построить? Я думаю, что еще не смогу, потому что у меня еще не открылась кухня. Да, еще ждем. Ждем кухню. А и тут уже начинается бетон. А у меня бетона-то вообще нету. А знаете, что это означает, друзья? Мы строим бетонную тему. Она где-то была здесь у меня рядом. Вот он, бетонный завод. Тут еще и металл находится. Значит, что это здесь у нас... фургон наблюдения. Кражи заказчики, я понимаю. Значит, а нам надо сначала... Где это у нас получается? Перелом. Дом лесничего, лесоповал. Мастерская инструмента, мастерская портного. А подожди. Я что, не изучил? Ах ты жопа, ладно. Большой калибр. Вместимость сторожевых постов. Дальность стрельбы из сторожевых постов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я думаю, что все-таки вместимость. А, пойдем по вместимости. И как у нас тут улучшилось это? Подожди, а как же так? Я не изучил, что ли, бетонную фишку не изучил, да? Бетончик, да, я не изучил бетончик. Исследовать. Ну, не знаю, ли мне не хватит опять очков. Так что мы профукаем. Так, таверны, кухни. Но не смогу построить тавер... А подожди, сейчас сделаем по-другому чуть-чуть. Может, кто-то бетон продает? Тут не продается бетон, и здесь тоже не продается бетон, и здесь... Тоже не продается бетон. А я не смогу ничего сделать, если у меня не будет здесь бетона. Твою дивизию. Ну ладно, что ж поделать. Получим дефолт. Заражение все становится все более агрессивным. Из-за роста колонии подвержения ульев все более опасной формы жизни появляются под землей. Я понял. Так. Окей. Ладно, открой территорию. Здесь ты тоже ничего. Ладно, открывай это. И опять же, здесь тоже ничего. Идем сюда.
Так, кстати. Ладно, сделаем так. Прочность производителя, так, плана нету. Но я не знаю, или они, скорее всего, не убирают вот это дело, да? Я так просто предполагаю. 33. Ну, вроде бы они что-то тут делают, но... Да, тут нужна экологическая станция. Колонист что-то нашел. Брошенные вещи. К вам подбегает один из колонистов. Он говорит, что во время последней вылазки за припасами неподалеку от лагеря разведчики нашли заброшенную повозку. Что в ней неизвестно. Она накрыта брезентом. Вокруг повозки натопана, но куда-то откуда ведут следы, разведчики не разгадали. Сейчас они просят вашего разрешения вернуться в повозку и посмотреть, нет ли ничего-нибудь ценного. Выдать оружие, решите смотреть повозку. Давай. Ах ты ж жопа, иди в жопу. Еще и понижение. Ну, как обычно. Так, значит, он будет экологическую станцию строить, да? Угу, печально. Так, значит, тут должно у нас появиться... Что здесь? Подожди, тихо. Переместить рабочую зону. Ну да, переместить рабочую зону. Иди собирай здесь. Ускорил от старости. Тут ничего не заапгрейдилось у нас. Так, тут у нас опять там, ага. Квест выполнили. Так, квест опять же тоже. Что будет дальше? Добравшись, специалист понимает, что здание таки не успели достроить. Среди развалин лежат побелевшие от времени кости строителей. Так и не поняв, для чего нужно это здание, специалист, тем не менее, обращает внимание на мощный фундамент, солидные размеры. Вскоре слухи задания доходят до колонии, выживший начинает выглядеть самые разные теории его предназначения. Очевидно, для того, чтобы сказать, наверняка информации недостаточно. Теперь ваши специалисты будут обращать внимание на подобные здания в своих экспедициях. Ну, я понял. Ладно, короче, пацаны, вы туда-сюда. Вот тут есть машина. Или подожди, да, давай просто запрыгаем в машину. Yes? Так. Подруга что-то нашла. Так, окей. Здесь что у тебя тут? 20 часов, 12 урона. Okay. Давай соберем, черт с ним. Черт с ним. Так, значит, это что у нас получается? Оно у нас загрязняет землю, да? Ну и бляха-муха, не нравится мне это. Катастрофа, короче. Сборщик бетона. Стопе. Собиратель бетона. Где там бетон у нас? Есть дорога. Дорога есть. Окей, значит, приоритет самый высокий. Сколько осталось у нас там, чтобы выполнить задание? 2 дня. Просьба получить награду. Бляха-муха. Ну, найти. Ну, попытаемся, конечно. Кухня. Да что ж ты будешь делать? Только что не было ничего. Опасные фанатики. Найти. А кто тут буянит? А ладно, это черт с ним. Ученый, иди давай. Так, где наши пацаны? Подожди. Ты кто у нас? Ученый тоже, да? Давай все-таки этих фанатиков как-то пытаться забить. Где они там находятся вообще? Не, короче, мы сколько до машины там идти? Блин, пару дней. Ну ладно, пусть идут. Пусть идут. А потом мы это все, как говорится, исправим. Yep. Давай, подруга. Иди строй. Доступны новые торговые сделки. О,
ёшки-матрёшки, 22 часа, 15 урона в 12 часов, 24 будет 30 урона. Можем взять. Так. Ну да, будем ждать пока что. Так, нам нужен бетон. Но не успею я, скорее всего, чтобы это все сделать. Сюда максимум людей. Авто сразу улучшение. Так, тут опять что-то случилось. Соперник опять удалось там что-то саботажить нас. Ага, что будет дальше? До апокалипсиса люди строили самые разные здания, но такого, как это, найдено в лесу, не смог вспомнить никто. Кроме того, его явно пытались вскрыть от лишних глаз. Уж слишком далеко неизвестный архитектор его поставил. Однако на брошенной строительной технике нашлись обозначения, которые ваши специалисты узнали. В паре других мест они видели их на различных зданиях и старых обломках. Теперь, когда они поняли, что искать, найти подобное здание, докопаться до сути будет проще. Я понял. Так что, друзья, я думаю, что на сегодня мы закончим нашу серию. Будем уже продолжать уже дальше. Через некоторое... завтра, скорее всего. Вот, так что, друзья, если есть какие-то советы, рекомендации по поводу игрушки, не стесняйтесь, оставайте комментарии под любым из этих видео или любым другим видео. Я обычно прочитаю его и, конечно, отвечу. Опять же, большое вам спасибо, друзья, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши подписочки. А на сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.